Ну выходи, блядь, я чё такой буду выходить, что ли? Нажми на 4 и просто кинь туда гранату. А если появится? Умрёшь и всё. Гений! Где? В каком нахуй месте пидорасы? Где ты ключ спрятал, уёбок, блядь? Подожди, дорогой, сейчас всё будет. Вот, теперь я тебя вылечил. Молодец. Стреляй. Тебя не видят. Смотрите, что нарит. У тебя пойдет. Он здесь! Он тебя не видит, в том-то и дело. Убить его. У тебя спалят. А так ты уже тебя не спалят, да? Уже спалили. Блять, это не то, я нарвал. Блять, бочку. А, так можно было. Заебись. Салам алейкум, блять. Я сейчас перезаряжу только, подожди. И звать головой вниз. Ты чё, опять аномалия? А, не, это переход по локации. А, не, это та аномалия. Жди. Вот, нихуя ты повернулся. А, этот бедолага просто хочет подрочить, но у него ничего не получается. Ну ладно, я, в принципе, не против. Блять. Аномалия прошла мимо меня. И я, наоборот, меня вылечу. Тут какой-то скаут, который горит. Ага, тут есть машина. Ура! А, это ты, походу, тот самый. Ты чё меня пинаешь, бля? Вот чё. Оп! Чё сейчас будет? Так, ну давайте я умру. Я умру, блядь. Я первый хочу, чтобы меня убить. Я умирать хочу, блядь! Убей меня, гнида черножок, блять, это получается не черножок. Да сюда ты иди. Да ты, сука, блять, иди сюда, ко мне. Да. Посмотрите, что она делает. Да, блять, иди ты сюда. Братан, убей. Да убей ты меня, черт твою мать. Вот, да, это я. Блять, да ты куда идешь? Да, сука, дай меня умереть. Ну ты, блядь, серьезно, она не хочет, чтобы я умер. Я! Блядь, ладно. Блядь, 1.24, серьезно? Ученые не могли догадаться, что код от лаборатории 1.2.3.4. Вы только что видели это? Вот прикиньте, тварь, которая хотела меня убить, умерла от аномалии. Кто здесь цып? Чё это было?
Кто-то поссал мне в лицо, и у меня от этого шок. Может быть, я сделаю привычку для этого. Как-то. А мне можно сюда залезть? А, заебись. Всем пока. А, все, я понял. Стрелка, она мне показывает, в каком направлении я должен идти, в каком направлении движения я должен идти. Все, я понял. Нихуя себе, я быстренько вышел. А, бля! То есть ты меня хочешь убить, да? То есть я могу с ним поговорить? Блин! Ревел меня, подонок! Чёрт, твоя мама! Так, ну я здесь один. Написано один, блин. Чё же? Сюда. Они ведь отсюда ушли. Будем мешать, короче, вот так скажем. Значит, я иду обратно, выхожу. Я тебя... А, блядь! Мразота тупая. Ну-ка, иди сюда. Гниточка. Кстати, а я мог по-другому все створить. Меня не видят. Вы видите это? Вот эти вот два трупа, которые, блядь... Ебать. Вот они опять двигаются. Чё с ними такое, блядь? Что за чёрт, блядь? Я не понимаю. А, блядь, меня убили. Потом бюреров, 300 из слепых псов извел под корень, а зомби так и вообще не считал. Ну, это понятно. А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку, гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Забыл, что зеркало у входа. Ну, в общем, обделался я со страху. Класс! А где смеяться-то? Чувак понял. Я тебя ща въебу. Ты меня заебал. Вот еще раз! Ты умрёшь, сука! Сука, блядь. И сюда, блядь! Гандон. Ножом режь, суку! Ты чё? Сука! Иди сюда! Сюда иди! А почему я не попаду? Это что за хуетень? Почему я там вообще? Так. Моё спасение! И... бежим. На, сука, блядь! Бежим нахуй отсюда! Беги! Беги, придурок! Ура! Блядь.
Почему нельзя было с другой стороны это место сделать? Я вышел. А, где я? Кто это? Ты хули по нам стреляешь, гандон? Так. А, кто? Где? Не вижу. Где? Ты чё, блядь, вылезли нахуй? Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, в этом видео я хотел бы сказать пару новых изменений. Так как я перешел на новые ступени, мне приходится начинать удалять старые ролики до того момента, пока они все не удалятся. Конечно, некоторые ролики я оставлю как память о моем прошлом. И чтобы я не начинал свой канал сначала, я их буду удалять постепенно. Одно видео удаляю, другое ставлю. А также в конце видео у нас будет рубрика вопросов, которые, я надеюсь, вы будете мне задавать. Ну а всех спасибо за просмотр, с вами был Магнат, всем пока-пока.